Да, было сложно, молодой человек сразу, оп, и должен смотреть, как плыть, и как правильно вести себя, и как работать, чтобы то наследие, которое тебе оставил Владимир Наумович, чтобы оно не развалилось, а чтобы оно развивалось. И время было достаточно сложное, ну, не такое, как сейчас. Мы не могли свободно ездить за границу. Все-таки страна была более закрыта. Выезжали только те, кто играли официальные соревнования за сборную команду России. То есть, ну, такое интересное было время. Правда, я сейчас его не совсем вспоминаю. Вот сейчас мы стали с вами разговаривать. Ну да, достаточно сложное было становление такое. И приобретение разнообразного опыта, в том числе и хозяйственного, потому что пришлось отвечать не только за результаты на кортах и за очки в рейтинге, а пришлось отвечать за хозяйство, за водопровод, за свет, за то, как все это работает, и даже где-то за финансовый план, потому что, ну, он тоже существовал. То есть такой был сразу боевой интересный момент.